Всем привет! Вот решил посмотреть свою траворезку перед закрытием сезона. Обычно траву приходится покрошить, и мы обычно делаем в грядку их. Сейчас будем разбирать. Посмотрим состояние ножей. Вот изготовлен у меня такой вот постамент. Из того, что было, железку нашел какую-то, и сюда вот сейчас покажу мотор от старой стиральной машинки. Два сезона работала. Короб из ДСП сделан, металлический лоток, здесь выключатель, снимается лоток. Вот здесь стоят ножи. Эту штучку изготовил на вал двигателя. Так, и совет. Если кто будет делать, используйте только заводские отверстия. Мехпилы. Если сами будете сверлить, это может привести к беде. Нарушается целостность металла, становится хрупкий. У нас же, конечно, состояние не очень, но можно было еще работать. Но сейчас я их заточу. Сейчас лепестковым просто пройдусь кругом на болгарке. Здесь кромка. Не обязательно, чтобы ровная была. Главное, чтобы она была острая. Двигатель от стиральной машинки старый. Он, конечно, слабоватый, но ничего. Крапку режет, рубит. Thank you.
смотрим состояние. Нормально. Здесь веревка намоталась. Управление вращения, чтобы не попутать. Подключаем из розетки обязательно. Техника безопасности. Ставим ножи. Через шайбу потом закручиваем. Так, ну ладно, сейчас попробуем порубить травку. На улицу выйдем. Так, здесь в гаражах нашел вот полынь, траву всякую. Сейчас посмотрим. Полынь берет хорошо. Вот здесь даже не полынь уже. Вот этот клён, я не знаю, не возьмёт, наверное. Вот хотел показать мотор. Вот мотор с конденсатором. Вот сколько ватт, я даже не знаю. Сейчас посмотрим. Но двигатель слабый, конечно.
Ну, работает. 220 вольт, 180 ватт. Для маленького огородика, для маленького хозяйства хорошо, вполне пригодится. Главное, бюджетный. Вот результат, измельченный все. Все, аппарат готов к сезону. Ну все, всем пока.